Друзья, всем привет! Смотрите, короче, мы приготовили вот такую вот лапшу. Вот, корейская лапша. Это нам наша подписчица задонатила. Вот. Сейчас будем кушать. Вот так выглядит упаковка. Вот так с этой стороны, вот так с этой. Вот, две пачки мы сварили. Вот. Сейчас будем есть. Тут мне вот страшно. Еще такие приправы. Вот и вот. Вот. Я сейчас буду добавлять в тарелочку. Так. Я немножко поспешила, добавила соус. Сейчас Гриша будет добавлять. Ножнички. Он очень острый. Если еще и приправы такие острые, то это пипец. Так, ну вот тут такой, он сухой. Сухая консистенция это, такая. Наверное, карбонара вот это, да? Да, сейчас. Вот, я высыпаю все. Ты все будешь высыпать? Да. Вот ты сумасшедший. Я буду чуть-чуть. Потому что я соус весь высыпала. И так, и вот острый. Такой острый соус. Я какую-то часть это вот насыплю, какой а какую-то часть оставлю. Но если будет недостаточно мне острый, я еще добавлю. Вот, смотрите, вот открыл. Да, что же из них острее? Соус или приправа? Так, вот так. Смотри, тут соусом ничего не это. Угу. Не переворачивай это, чтобы... Видишь, смотри. Да вижу, вижу. А то ты перевернешь просто, может, ничего не... Так, ну что, друзья, я перемешиваю все это. Так вкусненько. Не очень острый. Очень. Очень, да? Я не могу понять, что из них острое. Соус или приправы. Вот, тут же еще немножко водички оставил, чтобы как было с бульончиком. Вот сейчас еще вилочку возьму, друзья. Ну, вот так это выглядит. Вот, смотрите. Вот. Ну, так не видно. Так не видно, а так и не покажешь, да, потому что... Да, ну, мы когда будем есть, оно будет же видно. Это. Так, сейчас вот я попробую бульончик, кстати. Да, она острая, да, друзья. Не, вот этот все я не смогу высыпать, вот этот. Хотя я Асе обещал, да, нашему донатеру, но... Мне губы горят. Реально, я налил половину сюда, половину, и она очень острая. Но я как бы это съем, но с целой, с этой, я, наверное, не смогу съесть. Сейчас я вилку возьму. А я как раз себе целую бухнула. Вот эту красную? Угу. Целую? Да. А может, тоже мне целую бухнула? Ну и как она по вкусу? Очень остро. Я просто не могу понять, приправа острая или нет. Любимая, принеси маленькую ложку. Это пипец, друзья. А у меня рот горит. Это зайц любимый. Да? Да, я хочу попробовать эту приправу. Так, ну что, друзья, давайте пробуем. Вот такая вот корейская лапша. Выглядит очень аппетитно. Бульончик очень красивого цвета. Да, приправа тоже очень острая. Ох, мама дорогая. Приправа тоже острая, да? Ага. Ну, мне как бы терпимо острая, но терпимо. Нормально. Потому что ты соус не весь вылил. Ну, я половину вылил. А я весь. Ну, нормально. И соусом нормально. Ну, острое, конечно, но нормально. В общем, короче, как я и обещал, Ася, я выливаю весь соус. Вот. Ася, как и обещал. А ты приправы все высыпал? Да, да, и приправы все высыпал, капец. И соус все. Я приправы не смогла все высыпать. Да, рот горит. Это что, они вот это едят? Да. Вот, Ася, смотри, весь соус вылил, видишь, пустой. Жесть. Как и обещал. Короче, ты и приправу, и соус. А ты тоже красный весь вылила, да? Угу. А вот этот ты весь? У-у-у. Так он, наверное, не очень этот, вот который вот этот белый карбонара. Тоже, да? У-у-у.
Языки отдельно попробую. Блин, я даже говорить не могу. Да. Друзья, всем приятного аппетита. Это я первый раз в жизни ем корейскую лапшу. О, дорогая. Думаю, на всю ночь, чтобы будем воду пить, бегать. Ой, мне очень вкусно. Она, конечно, перченая, да? Но мне вкусно. Перченая, это мягко сказано. Блин, я даже половину не съем. Ну? Угу. Ну, съешь сколько ты можешь. И вот эта сама лапша, она очень вкусная. Классная. Это надо все съесть, а потом получать удовольствие от ощущений. Потому что сейчас я чувствую, что я уже не могу есть. Я, как и обещал Асе, я добавил и то полностью. А чем это запивать? Если что. Господи, зачем они так мучают? Нет, для меня... Конечно, это острое, но терпимо. Для меня это нормально. А для меня это звездец. Вот бульончик даже пью. Бульончик вкусный. Не, я не понимаю, в чем люди удовольствие получают, когда у них весь рот горит. Я знаю, чем надо. Помнишь, мы с тобой смотрели программу про путешествия? Там это йогурт пили они. Чтобы загасить это жжение. Но у нас ничего молочного нет. Я, кстати, давно хотел покушать перченое. Хотел к отцу поехать. У него там стручковый перец растет. Вот. А тут как раз Ася с таким заказом. Ой, а чтоб не суметь ухнуться. Очень хочется. Я не поеду в Корею. Они какие-то сумасшедшие. Друзья, бульон острый, но очень вкусный. Знаете, у него такой сливочный вкус. Вот. Что? У тебя губы красные. Да? Да. Ну, вот это от этих. Как будто их помадой накрасили. Вот этих специй. Как ты это ешь? Очень такой сливочный вкус. И, ну, реально вкусно. Мне нравится. Жесть. Как это может нравиться? Ну, мне нравится. А как? Оно же горит все. А как в Индии, а как в Таиланде едят острое? Не знаю. Мне нормально. Мне язык болит. Вот, Ася, а ты думала, что я не смогу есть, видишь? Что ты так на меня смотришь? Как это можно есть? Ну-ка, я же ем. Как ты это ешь? Очень просто. Жесть. Я не могу. Язык весь горит. Тебе не горит язык? Язык нет. Нет, ну реально это вкусно. Они просто, допустим... Корейцы, они же привыкли к этому. Оно вкусно. Вкус очень такой насыщенный, сливочный. Сами макароны. Я не чувствую вкусные. Вкуса. Весь рот горит. Блин. Чего половину не добавила? Бульон надо было побольше. Да, вот и бульончик, друзья. Вот пью бульончик. Бульончик насыщенный такой. Мне очень нравится, не знаю, как кому. Нет. Острое, но
я как скажу, острая, но очень вкусная. А крылышки KFC, они что же острые? Я не помню, какие они. Не помню. Бульончик очень вкусный. А почему у тебя такое белое? Из-за того, что ты все специи добавил? Да, я же вот эти все добавил. Друзья, очень вкусно, но очень остро. Но как бы для меня терпимо, нормально. Женя вот не может я есть. Я не могу, да? Есть, у меня все горит, да. Ну, я нормально. Мне хочется пойти напиться воды. Но у меня нет. Не, я не понимаю такую еду. Говорила мне Ася, закажи другую. Она про это именно говорила, что она очень острая? Да, карбонара сама. Ну и вот она сказала, Гриша, ты не сможешь есть. Она же так говорила. Это я ем. У меня все губы вообще красные. Ну что? Ну все, друзья, я почти все доел. Вот. Вам огромное спасибо за просмотр. Асе огромное спасибо за донат. Как раз мы первый раз попробовали в жизни корейскую лапшу. Но Ася, вот видишь, я все съел. Я такое больше практически не буду все съел. Тут остался немножечко бульона. Вот, вот Женя не смогла. Это ужас. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр и пока. Пока.